Алим, вот мы пришли в Конак и кушаем тут язычки бараньи вареные. Угу. Вообще шедеврально. Не вареные. Не вареные, на а на мангале жареные. Не знаю, очень вкусно. Я такой вкуснятины в жизни да. не ел. Честно говоря, честно вот не могу сказать, чье это блюдо. Например, сказать, что оно или балкарское, или кабардинское. Это язычки жареные, они появились не так давно. В кухне я не считаю, так давно. В Кабардино-Балкарском. Нет. Ну, раньше да. говяжьи в основном были. Ну, вареный язык, да, это вареный, было. Да. А вот именно бараньи я такого не помню. Да. Поэтому это новшество в нашей местной кухне. По мне так это вообще беспредел, потому что ну, настолько вкусно. Я не могу описать это словами. Это кулинарный шедевр, я считаю. Да. Ну, в смысле, беспредел я имел в виду да. в хорошем смысле. Да. Так что я всем рекомендую. А самое простое, это гениально всегда. Вот, да. вот что мы видим, пример. Наташа, вы впервые, да, пробуете? Я первый раз, я даже не думала, насколько это вкусно. Я да. соглашусь. Ну, я гурман со стажем, поэтому. Вам можно верить, да? Можно. Что мы и сделали благополучно. Да, да. Не, ну, я не ожидал, например, что это настолько вкусно. Вообще, Кавказ – это такая изысканная часть света, где сочетаются вкусовые качества пищи, лечебный фактор природный, ну и доброта человеческих сердец, гостеприимство. Такой симбиоз. И конечно. В результате получается. Да. Наташа, можете согласиться со словами Зои? Соглашусь. И кусочек так, если не трудно, на камеру. Бесподобно. Да. Бесподобнейшая вещь. Очень вкусно. Очень вкусно. Теперь только сюда. Вот, да. Ну что, кушаем, пока не остыло. Кушаем, что-то мы увлеклись. Да. Все, давай, выключай.